они меня зажали. А, я не могу, как у меня жопа горит. Всем привет! Вы на канале Edufplay, и сегодня мы будем продолжать проходить Ghostwire Tokyo. Не забываем пошлепать мой лайк, написать комментарий, минимум из 5 хороших слов для поддержки этого видео. Подписаться на мои соцсети, хоть YouTube уже и не собираются блокировать, но все же можно подписаться, ссылки в описании есть. Ну и погнали. Так, духов мы пососали, все хорошо. Кстати, а если туда подняться, там что-то будет интересное или нет? Не, ни хрена не будет. Да блин. Да что ж ты на балкон-то ебучий не перебираешься? Так, куда мне, собственно, надо? Мне, собственно, надо... Ой-вей. Какая жмыха. А, блин, ну да, у меня же нет этих... Сил! Сил у меня нет! Халапа. Бля... Нет, подожди. Давай не будем жмыхаться. Я не хочу. Сейчас вообще время неподходящее для жмыхаться. Оп, есть все, я нашел хату. Я уже думал, не дойду. Да что ты нагнетаешь, блядь, братан? О, наконец-то, господи, попал. Что за черт? А вы кто? О, я думал, ты мертвая. Вы с той фотографии. Я смотрю, ты старый ворчун. Крепко подружились, а? Да вообще. Итак, ты хочешь его спасти? Ага. Думаешь, твоя игрушка сработает? А-а. Нужна его сила? Да? Ага. Да. Но я не знаю, где его держат. То есть, ты так ничего и не понял? Ваша с ним связь никуда не делась. Как я должен был это понять? Что? Вот. Передай ему от меня. Это важно. Его значок? Ебануться! Чё произошло? Ух! Так что там было-то? Фотка... Это... А! Его ребенок. Что? Что-что? О, черная фигня пошла. Так, выйти на улицу. Ну, ладно, раз ты говоришь выйти, выйдем. Так вот, что она имела в виду, когда говорила, что мы связаны. Бред какой-то. Так, что-то мне подсказывает, сейчас так жмыхать будет нифига не безопасно. Я смогу найти Кей-Кея. Мы все еще связаны. У меня получится. Ага. Часть его силы осталась со мной. Бля.
Ага, все, вижу. Да, блядь, куда я застрял? Фух, есть, отлично, хорошо. Хорошо, идем. Здрасте, мадам. Не, жмыхаться я с тобой не буду, я уже знаю, что тебя можно просто бежать. Блять. Что же делать? То что, бежать? Че еще? О, привет, песель! Интересно, когда у него сила бежать закончится? Он что, здесь? Что, херобора какая-то? Да блядский ты. Че они делают? Чтобы спасти Мари. Кей-кей, мне нужна твоя сила. Агайс. О, призраки сзади. Подожди, надо призраков собрать. Хуй, я у меня уже их. Так, идем сдадим призраков. Чё я с ними буду ходить-то? Да. Почему этот выбор, сдать сейчас или не сдать? Фигня какая-то. Ладно, на всякий случай. Так, сохранимся, пусть сюда будет. Так, а выйти как отсюда? А, просто, я понял. А, блядь, почему он не может переступить через блядский велосипед? Оп. Баблишка капнула. Возможно, мне можно их просто обойти. Блять, нет, нельзя. Блять! А! Да тихо, сука! Нахуй. А, то есть, короче, я в них, грубо говоря, не попадал. Говно. Так, блядь, а у меня-то... Ну? Блядь, а чё я не могу войти-то? Какого хера? Я ж технически должен... Ну, блядь, ну дверь же есть, ну, блядь. Почему дверь не работает? Так, шикардос, у меня больше ничего нет. Блин, я сейчас даже эти фигни собирать-то не могу. Какое говно! Блять, я не могу очистить! Сука! И что мне с ним делать-то? Крутяк.
Да ты заеб! Блять, у меня кончились. Я, блядь, очистить не могу нихуя, чё за нахуй? А, войти надо было, ладно. Нахрена я это все просрал, тогда возникает вопрос. Так, хорошо, загрузиться тогда можно? Вроде бы этот сейф. Если не этот сейф, это будет прискорбно. А, я понял. Погнали. Здрасте. Здрасте, мужчина. Не. Не-не-не. Да пошел ты нахуй. Блять! Блять, у меня кончились! Сука, хуёво вышло, да. Блять, у меня две этих самых, две стрелы, ёбаный-то насос. О, есть! О, у меня уже не две стрелы. Пошла нахуй. Оп, жратва. Бабло. А толку с этого? Блять, мне колчан со стрелами. Было бы хорошо, но его нет. Так, на эту шмоньку аж целых две штуки ушло. Блять! Ты, сука, мимо! Ладно, давай побегаем. Блять! Хуёвая идея! Да-да-да-да. Так, вы там? А не там. А! Да, блядь, чё вас так больше-то становится-то? Может, потом сюда вернусь. Да, блядский-то... Ах, холера ты. О! Жди. Да блять, а что с ними делать-то? Бля, мужики, вы заебли. Просто пиздец заебли. Оп, есть. Да толку от этого? Мне, блядь, не дают пройти. Нахрен, у меня уже открывалась эта ссанина. Зачем я решил... Зачем я решил хуйней страдать? Ты ж, блядь. Как я люблю свои охуенно принятые решения не вовремя.
Когда я угадаю, они все там обратно собрались. Да? Сейчас не до этого. Что толку от этого? Блять! Хуёво. Так, ладно, хорошо, давай тогда с этого. Зашли, значит, зашли. А я, блядь, не понимаю, как я с нескольких стрел должен вынести всех. Тем более, если даже в него и попадаешь, надо несколько раз попасть. А на них явно стрел не хватает. Хотя, может, сначала надо печатью жмыхнуть, а потом стрелу и типа один-один. Ладно, пофиг. А ты не спешил. Решил прогуляться? Ты смотри, он еще и ноет. Ты знал, что я приду тебя спасать. Спасать? Да не выдумывай. Тебе просто нужна моя сила. Разве нет? Ну, заодно и спасать. Откуда? Это дала мне женщина в убежище. Ха. Так она выжила? Нет. Ха. Даже с того света пролезет. А что с ними случилось-то? Твоя семья? Так ты... Из-за них все... Это не твое дело. Важно только, что у нас с тобой общая цель. Пожалуй, соглашусь себе. Ну? Ты как, со мной? Вот так ты просишь об услуге? Я не прошу. Я предлагаю. Ты смотри, как он повзрослел, боюсь, а? Выбора у нас нет. Ха. Смотри, не пожалей. О, наконец-то силы снова со мной. Ну чё, пиздики, ща пожмыхаемся, да? Игра, только не лагай, пожалуйста. Здрасте, симпатяшки. Да. Устроим теплый прием. Так и вы. Повеселимся. Ай, ну все, суки, пизда вам. Ебать их сколько. Ничего сложного. Воу. Конечно, так-то проще. Дальше будет с каждым, кто захочет там помешать. Хуй тебе! Я ж говорил, хуй тебе. Нифига себе. Теперь ты знаешь, на что мы с тобой способны в резонансе. Блин, а чё мы раньше так не делали, сука? Когда шкала резонанса Акитаи Кака заполнит, Кики заполнится, нажмите В, чтобы применить умение резонанса. Очки силы для эфирного плетения полностью восстановятся, а вокруг Акита распространится ударная волна, которая отбросит некрупных врагов и оглушит тех, кто посильнее. Кроме того, во время действия резонанса проще обнаружить ядра чужаков. Короче, сделаем вид, что я понял. А теперь чё происходит-то?
что тут? Ебучий рот. Это чё ж махнуло? Понятно. Они начали ритуал. Хуёво. Время не ждёт. Идём. Так, блять, а ворота? Подземный двойник. Задание выполнено. Крутяк. Глава третья. Связь. Я ворота хотел... Столб света где-то на северо-востоке. Сначала надо очистить это место и избавиться от тумана. Да я этим и занимаюсь. Ей. Еще одна вышка наша. О! И эти самые, как их? Блять. А что стоп, это что? Была за девушка? Твоя подруга? Талисман отвлечения. Росли. Ага. А, у меня, в принципе, еще только одна атака не открытая остается. Ты сейчас про Ринко? Не знаю, я бы ее подругой не назвал. А кем бы назвал? Коллегой. Чтобы работать вместе, не обязательно дружить. Да, Ринко мы помним. Подожди, сосать духов. Мы еще не всех спасли. Да, я в курс. А, блядь, тут обойти-то можно было. Ну ладно. Есть. Так, теперь все, не все. Давай внимательно причекаем. Чтобы никого, так сказать, не быть. О, ты смотри. Опа-па-па-па, колчан со стрелами. Отлично. 5 стрел. Так, что этих пососать? Кстати, я тут не всех нахожу. Ну, не конкретно тут, а вообще на локациях. Так что, видимо, я не очень внимательный, хотя... Вообще, хоть кто-то удивляется этому факту? Так, а теперь нам надо навыки глянуть. У меня тут как... Блять, ну сука, я же навыки тыкаю. Игра-то, блять, вообще серьезно? О, спасибо. Спасибо! Наконец-то навыки. Так. Плетение огня. Так, а что она дает? Атака плетением огня пронзает нескольких врагов, а также предметы, такие как зонты и щиты. Угу. Атакует плетением ветра на 30% быстрее, на 50%. Но сила-то нихера. А вот что за магатамы и где их брать? Я что-то как-то не допёр до сих пор. Магатама, магатама. Так, а вот это у нас... так, карман для талисманов, лук. А это что? Чёткие. Карман для пищи, я понял. До 7 через магатаму. Блять! База данных, что такое магатама? А мне нравится, что оно тут не это самое. Не по алфавиту. Так, тягама. Нет, блять, мне магатама нужна, знаешь ли. Записка, записка, записка.
портрет призрака. Нихуя, нихуя. Нихуя, нихуя. Чехол для проездного, блин, заебись. Так, ну это какая-то одна жратва. Фигня какая-то. Тут нет ничего того, что мне надо. Магатама, магатама, магатама. Ой, блядь. Как мне узнать, что такое магатама и где эту магатаму взять? Неужели мне надо загуглить? Ладно, хуйня вопрос. Игра, ты думаешь, я не ебанутый? Что я сейчас не начну гуглить? Магатама. А как получить магатаму? Во, то, что надо мне. Ай, блядь, сайт-то русский. Хуёво. С русскими сайтами у меня сейчас некоторые проблемы. Так, you can upgrade your skill with normal skills point, but you'll need Magatama to upgrade them further. А вот так, хорошо. Так, а ну переведем-ка на русский. Чтобы получить Магатаму, нужно запечатать Yokai. Я понял. Я понял. Это побочные квесты надо выполнять. Те, которые... Блять, так, карта. Вот это вот фигня. О, тут магатаму можно купить, отлично. Возможно. Или выбивать ее из Йокаев. Блять, на побочках. Так, подожди. Дзинь-дзинь. Хорошее место для дзинь-дзинь. Подожди. С обратной стороны. О, нашли кота. Так, а у этого кота магатам нет. Сука. Я понял. Ну, магазин, просьба. Так, как переключаться? Ясно. Нет, так нет. О! Призраки! Здрасте. Всосали призраков. Хорошо, тогда... Тогда получается... А где побочки с якаями-то? Хотел бы я понять, но хуй знает. О, то вот тут можно магатаму выбить. Похоже, один из духов хочет что-то сказать. Слушай, ну давай ради интереса пойдем посмотрим, что эти духи скажут. Это же демоны. Они должны быть большими и страшными.
А я тут выяснил, что они не такие уж и плохие. Угу. Угу. Слово «они» происходит от древнего слова «ону». Это значит «невидимый». Раньше было как? Если в городе или деревне происходило что-то плохое, люди во всем винили «они», то, что не могли увидеть. Да уж, бедные демоны. Так что, где ты видел «они»? Я встретил недалеко отсюда собаку в Пандане. Дал ему кибиданга, и он после этого вызвал «они». Собака, которая любит кибиданга? Что? Прямо как в сказке про Момо Таро. Начинается. Только собаки нам и не хватало. Погоди. Ты что, собаки боишься больше, чем они? Кто, я? Нет, конечно. Да-да-да. Я тебя прикрою, если что. Так, найдите пса с повязкой. Блять, охуенно, как мне этого пса искать-то? Самое, блядь, главное, где? Так, ага, видимо, где-то вот в этом радиусе. Здорово. Мне кажется, это он. Смотри, какая у него бандана. Ай, привет. Бля, какие собаки ли. Аки-то офигенно. Признавайся, ты можешь отвезти нас туда, где видел они? Конечно, но неплохо бы сначала отведать кибиданга. Угощайся. Тебе нечем меня покормить? Дайте псу кибиданга, да блядский пёс-то, сука! Так, хер кошачий, у тебя кибиданга есть? Блять, у него нет кибиданга. Где мне это кибиданга взять? Сука! Или у меня... Или она у меня есть. Так, так. Дорояк. Блять, у меня кибиданги нет. А, стоп, подожди. Так, так. Так. Криптида. Блять, у меня кибиданги нет. Боже, пиздец, где мне это взять? Бля, пес, ну ты хотя бы не сваливаешь, уже на этом спасибо. В какую сторону я смотрел? О, есть. Да подожди. Мразь блохастая. Здрасте, кот. Блять, подожди. Вряд ли это может... О, есть у этого кибиданга. Блять, давай два купим, на всякий случай. Спасибо. Все купил? Пойдем уже отсюда. О, еще один пес. Давай тебе тоже погладим. Какие они хорошие. Не лезут кусаться.
Сразу видно, культурные японские псы. Так, между прочим, давай сдадим наших призраков еще заодно. Так-так-так-так-так. Да. Ты передал через таксофоны более 10 тысяч душ. Угу. Сразу скажу, это очень мало. Менее 5% от общего числа. Ладно, ладно. Еще и выебываются на меня, а? Подожди, пёсель. Так. Ты можешь показать нам, где живет Они? Знаю, конечно, так, Кибиданга. Так, у меня есть. Ура, что ж, следуй за мной, покажи тебе место, где живет Они. Давай, псин. Подожди. Но. И. Подожди, призрак. Отлично. Опа! Все, освободили. И сосем. И еще призрака сосем. Должны быть и другие духи. Да, я видел, они наверху. Насколько я понял. Тихо. Да, блядь, у меня сейчас голова закружится. Да чё ж, блядь, как туда добраться? Сколько этажей-то будет? Бля. Ай, блядь, мимо. А я туда вообще... Допрыгну, нормально. Бля, я думаю, на всякий случай надо сохраниться. Там мало ли. Вау! Есть! А? Тихо. Вот что, сука. А? Что? Блять. Очень много. Я не рассчитывал на так много. Подожди. Да, блядь, я застрял. Тихо, блядь. Идеальный баланс. Хорошо. Неплохо.
Ай, блин! Опять въебали? Ну что такое? Дерьмо. Дерьмо. Так, есть, этого вжмыхнули. Так, минус один гондон. Блять, мимо. Точно в цель. Так, достижение резонанса, окей. Чтобы... Так, ну про шкалу резонанса я в курсе. Так, между прочим, давай, раз я этих двух завалил, сохранимся. Тут что их по 100 раз перебивать-то? Да блин! Тихо, блядь! А! Вот ты, ёбжешь твою мать! Жесткие это какие-то! Ты глянь на них! Так, хорошо. Окей, братишка, у меня тоже есть... То еще кунг-фу для тебя. Сейчас, блять, охуея жизнь. Ай! Да блять! Я даже не могу сложить эту ебаную ссаную печать-то! Какого хуя? Нет, несправедливо. А, господи, я сейчас запрыгнуть не смог нормально. Блять, я сейчас столько времени теряю на этих блядских допах. Блять. Ух. Хуй тебе. О, есть. Пососали духов, пососали просто так. Отлично. Самое время освоить 1-2 новых приема. Тебе это теперь по силам. Я понял. Так, навыки. Подожди. Так, через Shift переключается. Так, я вот это вот хотел бы жмыхнуть. Но мне нужна магат... А, аж 3 магатамы надо. Ой, блядь. Ой, блядь. Ладно, я понял. Блядь, а как мне добраться до тех-то? И вообще. Мне надо как-то пса попросить позвать эту хуйню. Чего я сюда полез-то? Ебать, я жмыхаю туда-сюда. Так, пес, ты, блядь, где делся? Нет, это не тот пес. Пес съебался! Ах ты ж блохастая хуйня, и где тебе теперь искать? Нахуя я сюда тогда шел?
конченая ты мразь. А, вот ты где. Блять, ну идем. Он убежал просто обратно. Вот мы и пришли, сейчас я его позову, ну окей. Ну что это такое, какой-то странный запах. Это не я. Пошла нахуй! Ай, блядь! Да сука! Ой, ёбаный ты насос-то! Как же это... Хуёво-то всё так, пёс! Ладно, я хотя бы знаю где-то. Ага, у меня карт никаких нет. Блять, вообще дерьмо. Да, давай зови. Черт, откуда эти твари тут взялись? Акида, защищай собаку. Так, есть. Пошли, блядь! Да заебли! Эй, вернись! Не убью эту псину! Боже, блядь! Их неимоверно, пиздец, просто, блядь! Их дохуя! Как мне их перемахать? Ебать, вас налево. Боже, какой всатый, блядь, квест. Пёс, идем нахуй. Да. Фу.
Да. Черт, откуда эти твари тут взялись? Акита, защищай собаку. Да иди нахуй, блядь! Свою печать ёбаную! Блять, они меня зажали! Да ёб же ж твою, блять! А, я не могу, как у меня жопа горит! А нахуя я решил эту хуйню выполнить? Скажите мне кто-нибудь. Да, пес, идем. Фу, блядь, чтоб в очередной раз оттуда не прыгать, а то я уже заебся. Откуда эти твари тут взялись? Акита, защищай собаку. Эй, вернись! Да, блядь, иду! Да ёбаный ты! Блять. Пошел нахуй. Господи, блять. Сука, еще один. Пошел нахер. Гандон. Вот и все, мы справились. Пусть псина зовет своего Они. Думаю, можно звать Они. Блять. Да, давай. Сколько раз я тут сдох? О, настоящий Они. Здорово. Это было ужасно, они постоянно нападали на меня, шагу ступить не давали. Им была нужна твоя сила. Если ты передашь ее нам, они больше не будут тебя преследовать. Давай сюда свою силу. Не сделаем с ней ничего плохого.
Конечно, доверяю, драться я все равно ненавижу. Забирайте мою силу, она мне не нужна. Дело сделано, спасибо за помощь. Все, давай. И вот это ради одной Магатамы. Да срать я хотел на эти, блядь, доп-квесты. Просто пиздец, блядь. Пиздец. Вот мне кто-то может сказать, оно того стоило? Ой, блядь. По-моему, оно ни капли не стоило того, чтобы вот такой вот хуйней заниматься. Хотя, в принципе, если это сидеть так, играть чисто ради себя, то этими доп-квестами можно было бы и заниматься. Но когда под записи надо побыстрее... Не-не-не-не, спасибо. Ладно, давайте тогда сегодня на этом идиотском квесте будем останавливаться. Всем спасибо за просмотр и всем пока.